都是可以干的，干的。Чего? А кто будет нас прикрывать сзади? Чё, все убежали? Убежали. Ну ладно, мы тоже убежим. Подождите меня! Ну ладно,
Bon, c'était les parents de Sabrina. C'est-à-dire que tu montes au pays, bravo. C'est rien. C'est pas mal de toi, frère. Et où est-ce que je m'en vais? Non, il était pastique, ça. Il est pastique. Non, pastique, toi, ça. Pastique, toi, ça. Il est pastique, ça. Il est pastique, une jaune, ça. Non. Non, c'est vrai. Non, pastique. Pastique, ça. Non, il est pas des chiens. Guarda ma scenco guarda me. Mi resta lì. Ma scenco, ma com'è mica? Mi scrivo su c'è. Bello. Ma com'è mica la da? Ma non ti ho forza com'è? Va qua, va qua. Ups. Ups. Aspetta qui. Aspetta. Sui Dorset, ospiti. No. Ma. Назвались крестьяне, вырезайте кузов с другой стороны. Но догоняют, догоняют. Сейчас влепят. В попу прямо влепят нам. В попочку. Еще вопросы здесь. Какой вопрос здесь, товарищ? Пить. Главное, вовремя врезаться. Все. Быстро и красиво. Победа! Неожиданно. Нам нужно выжить. Сбить. Сбить. Что там сбить? Сбить гусеницу. Выжить бою. Сбить гусеницу. И захватить не менее двух точек противника. Точек. Противника. Противника. Двух точек. Вы думаете, что это у нас розовые танчики? Что это такое за морда такая?
Seguro que es una halagüeña.
И как ведет себя в любой игровой ситуации. Та-та-та-та-та! Да. Вот только две собаки. Две мелкие собаки. Крысы, понимаешь? Меня пожаловались, потому что я не дал им перестрелять всех врагов, а захватил точку. В результате пара врагов осталась цела. Мягче нужно к людям. Что же обязательно так убивать-то и грабить, мародерствовать? Зачем это? Зачем? Костя. Так, чего тут у нас интересного? Чего у нас тут? Можно вот эту взять пушечку. Каленькую за жуткие деньги. 11 500 снаряды стоят. На них креста нет. Я на вас пожалуюсь. Лукашенко, что это такое, понимаешь? Ну, что это? Разве можно? 288 000 за 360 снарядов. Это у меня теперь золотые снаряды можно купить за серебро. По курсу 1 к 400. Ну ладно, не буду отвлекать Лукашенко по таким смешным вопросам. Жадность человеческая. У него и так работы много. Вообще я не этот, не стукач какой-нибудь. Пробыл почему-то. Неожиданно. Нам нужно захватить два флага. Два флага надо захватить. Два флага. Крусадер. И там крусадер. И мы крусадеры. И два тут крусадера. И там один крусадер. А леопарда нет почему-то. Леопарда нет. А крусадеры есть. А мы пойдем точку захватывать. Нас правда убьют сейчас. Но зато мы героически погибнем. А не как-то там это того. Мы настоящие герои. Какой там это, как его, его даже как-то зовут. А он тоже хочет захватывать. Ну давай вместе захватывать. Не будем вместе. Ну ладно. А этот хочет нас убить просто. Не хочет сам захватывать. И нам не дает. Почему такие вредные люди? Зачем так? Ну зачем меня было убивать? Зачем было убивать-то? Паразиты. Паразиты. Глаза ваши бесстыжие. Видите, в ангар. Покинуть. Купить слот. Свободен один слот. Вот он, леопард. Розовый, такой симпатичный. В стиле розовая пантера. Была акция у них. Можно было купить шкурки для танков. Розовый. Специально для девочек. Наверное. Или для странных мальчиков. Ау! Ты уж определись, или взад, или наоборот, вперед.
Sampai kau perisai. Ya, ya, ya. Mums. Я с верху вижу все, и так и знай. Пускай судьба забросит нас далеко. Пускай. Ты к сердцу только никого не допускай. Следить будут Бога. Не сверху видно все, ты так и знай. Опять говорили, да что ж такое? Исход победа. Так. Побед все больше, а задания не выполнили. Ежедневные задания. Делать. Чего ты? Чего ты? Это чего это? Точки захватывать. Точки захватить. Прокатушки так. Прокатушки, прокатушки. Ау! Больше так не будем прыгать. Только больно сделаю. И все. Ну и что за подлость такая? Ну и что прятаться-то опять? Господи. Ну выстрелил и давай. Ну, что прятаться-то? Господи. Ну, избави нас просто и все. Что прятаться? Козел. На маленького, главное, такого. Хмырь. Ладно. Главное, спрячутся, выстрелят и прячутся. Что это такое? Ну, это ни на что не похоже. Еще какая-то воинская честь у них там. Какая это честь? Это их разработчики этим учат этому. Советы советуют. Что вы не подставляетесь. Выстрелил разок. И идите прячьтесь. Это они считают честным боем. Ужас. Для чего молодежь дошла? Смотреть противно. Противно смотреть. Где же рыцари-то? Рыцари где? Вот сейчас будет в спину стрелять. Со своей воинской честью. В спину. А, собака. Видишь? А если бы мы не развернулись вовремя, он бы в спину нам выстрелил. Собака. Видишь? Что делают-то? Главное, тяжелый танк едет сражаться за матрешину с легким. Ну ничего, мы его потрепали. И пошли в ангар отдыхать. Ну, почему-то поражение опять. И где-то победа еще. За что-то. Куда-то. Куда-то победа. Встречный бой. Нет, это нам не подходит. Нет, нам сегодня... Иди выполнить. Задание. Вообще, задание. Лучше не читать. Случайно выполнять все. Раз в месяц.
Encontrás mi Jesús, la. Большой пушкой. Маленький танк с большой пушкой.
А чего, если у вас тусовка, что ли? Ну ладно. А мы думаем, чего вы здесь сидите? А вы здесь тусуетесь. Так. Поражение. Во, вот это нас вел. Ой. Вел и не довел. Но надо что-то захватить-то. Да. Это опять встречный бой. А там решил превосходство должен быть. Режим превосходства. Режим превосходства. Нужно в режим превосходства захватить два флага. Ну, флага в режим превосходства. А здесь мы должны сбить кому-то гусеницу. Так. Проехать, конечно, больше негде было. Обязательно впиливаюсь нам в попу. Впиливаюсь. Зачем это все эти беготни, эти вставы, жди, пока тебя убьют. Вот как мы. Ну, я же как-то это. Нельзя же так. Скромно, благородно, так встал в полный рост, пошел! На бустер. Нет. Не долго ждать слишком. Пока они раскачаются, начнут нас убивать. Нужно проявить инициативу. Ой! Летающий танк из Франции. Все равно почему-то погибаем. Нет, как его? Тариковый. Но самотешно. Маленький-маленький. А эту избил. Как его? Ну и эту. Пальму первенство сбил. А чего вы здесь? Как захватываете? Ну, вы даете. Он решил. Ребята, вы даете вообще. Флаги здесь, в этой игре, все мои. Флаг не за... за это. Ух. Ну? Ой, мазила, даже не можешь протаранить. Но! Так. Так. Леопардик. Розовый леопардик. В крайнику. О-о-о, лучше сразу сдаваться. Где у нас тут эти флаги? Ну как эти? Ну, собака. Раньше бежит. Раньше батьки в пекло. Собака. Отойди. Дай дяденьке захватить флаг. Поехали. Еще один захватывать. Писались поворотник. Поворотник писались, но...
Как вы знали, что это кончится? Ну, на другую сторону поедем. На другую сторону поедем и... Так, поедем. Пункт С. Выхватили точку Б. Выхватили точку С. Это плохо. О, кстати. Извращенец. Превосходство. Задача выполнена. Уничтожить твою одну единицу. Противника бы твою, а шкала должна держать победу. Но это невозможно. Бить гусеницы не менее одного раза машины и противника по один день будет выжить пою. Но это невозможно. Так. А, это можно и другими танками выполнять. Да, другими. И это тоже другие. Ой. И можно чем угодно играть.
hiç olsun. Şuradan tank tamam olamayacağım. Olamayacağım. Tamam olamayacağım. Çıkarmayacağım. Ağlamı tadı. Ağlamı. Kaleydin burada. Ne? Ne kaleydin? Burada. Kaleydin burada ne kaleydin? Nasıl şey? Ho, yok. Смелый гранда для себя. Смелый и сделан на одного. Урон тарана. Это он у нас на таране, и за это девичьего урона. Ой. Ой. Не надо было на таране, наверное.
mangiare. Poi ci sono tavolezza. Buon pizzo. Dorsale. Dorsale, tocco d'uomo, nuvolezza. Zinc. Sottotomassa. Ma i guanti sottotomassa. Uova. Nascimento. Sabraccio. Risorse, ipercacciati, stop, ipercacciati, ci stessi di Мені платим за ігрушки, тим більше безплатно. Не донатим. Донатим. І не платим. Безкомас. Живий замечательно. Ну, здесь кто-то пришел к нам. Да. Бум. Ой. Бум. Ой-ой-ой. Ну, что ж делать? Это очень плохо. Ой, как плохо. Ой. Как плохо. Ладно. Вот так вот, ну, пожалуйста. Нет, не хотят. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Собаки. Сюда. О, хотя нет. Ура, вы такой хороший командир. Это что-то с чем-то. Таких у командиров учебный лагерь острых ресурсов. Острых ресурсов Лоло чего-то там. Маза Лусила. Черное побережье. Черное. Что там черное-то такое? Спецзадание. Ваш острых ресурсов. Лазутчик. Ладно. Что здесь еще есть? Все страшнее и страшнее.
Уменьшающее их человеческое достоинство. Жадность и подлость. Какие скотины, а? Надо до такого додуматься? Не надо. Не пытайтесь повторить это дома. Да, вот такие подлые люди делают игрушки для детей. Детей не жалеют. Чего собаки? Металлический сундук. Металлический сундук. Это для увеличения склада денежек. Не, ну для чего скотина? Просто поражаешься. Просто поражаешься, для чего люди паскудными бывают, а? Это надо так. Какой изощренный разум. Как пакостить? Ничего тебе делать непонятно. 60 древесины. Ладно, будем скромно собирать кристаллы. И ждать, пока соберется. Сколько там требуется? 498. За полгода соберем. Нормально. Нормально. Ну что делать, если у людей совести нет? Ну конечно, конечно. Сейчас разбежимся и купим ящик кристаллов. Конечно. Да. Конечно. Да, бежим и падаем. Вот такие скотины, а. Вообще-то мы никуда не торопимся. Вот лес мы вырубаем, потому что мы экологи. Убивать тоже особо никого не хотим. Убийство нам не доставляет морального удовлетворения. Так. Есть девушку прикачать. Чего это? А. Вот. Где написано, что будет с ней. Очки опыта плюс 50. Ух ты. Ух ты. Их выгоднее прокачивать. Человечка хочу. Расход на тренировки. Плюс 150. Урон в секунду. Плюс 12. Здоровье плюс 60. Ай, 6. Плюс 6. Шутка. Юмор. За это мы заплатим 284 тысячи. Да никогда. Там еще танк можно будет покупать. Здесь так не получится. Здесь Катюша. А может.
就是，算了，睡觉呢，睡觉呢，啥？就他吃，那吃的不干呀，老公哟，老公的不干呀。不是干了，俺都跟你说，都不是干了，睡觉呢，他会的是意大利语，那就不是母鸡精了吧？大陆，那不是俄罗斯的那是，过了那是那是什么呢？Каждую войну чьих у нас здравствуйся.
Да начнется битва. Меч для рыбы. Опять стучка летит, вот она летит. Ай!
선생님 책이 화려하셨습니다. 아무튼 여러
Buenas noches, camaradas. ¿Eres todo perverso? No, eres todo perverso, chisamo y cacoa. No voy a casa, si está chungas. Oh, eso. Escucha, me lo dice. Y fue como hace un copito. No, hasta nadie se le echa a un pero para acá, no va. Un super
Cavo, Grazie.